Мистер президент, генерал Корвелл из Пентагона на пятой линии. This is Dugan. Мистер президент, боюсь, что у нас чрезвычайная ситуация. Насколько все плохо, Бен? Согласно данным Нора, на нас с разных направлений надвигается советская авиация, а через Мексику идут наземные войска. Похоже, начинается война. Нужно перепроверить данные Нора. Это абсолютно невероятно. Я позвоню премьеру. Хорошо. Да, это премьер Романов. Что происходит, Алекс? О чем это, мистер президент? Что вы имеете в виду? Алекс, я... Обрушили на нас все, что у вас есть. Алекс, вы же союзник. Вы что, маньяк? Да я вас... Слушайте меня внимательно. Я вам не мальчик на побегушках, мистер президент. Мы, Романовы, чтим свое наследие. Мне нет дела до вашего наследия. Вы отзовете их. Алекс, вы отзовете их? Вы знаете, мы ответим. На вашем месте я не был бы так уверен, мистер президент. Сэр, провокация? Вряд ли. Время нанести ответный удар. Выполняйте. Да, сэр. Это генерал Корвелл. Вторжение Советов подтверждено. Пришло подтверждение. Ракета на старт. Готово. Ракетная база. 10 секунд до запуска. Открой люки шахт. Мы должны открыть шахты, или они взорвутся в них, и... Люки шахт закрыты, это самоубийство. Дело сделано, Юрий? No, comrade, нет, товарищ премьер, все только начинается.